Кирове ремонтируют подходы к образовательным учреждениям. Подрядчики завершили устройство тротуара к спорткомплексу «Заря» и Дому творчества на улице Советской. В Нововятском районе сообщили в мэрии. В планах благоустроить пешеходные зоны на проспекте Строителей возле домов номер 8 и 10. В этом микрорайоне находится школа номер 74 и детский сад «Светлячок». В перечень работ входит замена бортовых камней, ремонт тротуаров, который включает в себя устройство щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. Работы проводятся по муниципальной программе комплексного развития транспортной инфраструктуры. Мы ремонтируем съезды, подходы к образовательным учреждениям, также у муниципальных организаций стоянки, заезды, такие как детские сады, школы, домы творчества. Значит, сейчас ведем работу по адресу Индустриальная 10, Индустриальная 20. Планируем также на этой неделе начать работу по Конституции 8.